Полтора года, и я наконец-то сделал себе верстак. Вот такой вот замечательный верстак из подручных материалов у меня получился. Ну, единственное, что на него ничего ставить нельзя, Так, а по то шаблону развалится. вырезаю три одинаковые ножки из обрезной доски 150 на 50. А у меня будет приставной вариант. Он будет опираться на пол и крепиться будет к стене. Вот этот вот запил, это как раз есть спинка. Ну, все очень просто, я просто по 5 сантиметров отпилил. Отмерил, вернее, с каждой стороны и провел диагональ. Значит, высота жопы у меня получается 45 сантиметров, глубина 40. Вот эта сама хреновина, она где-то около метра, нет, меньше, 90 сантиметров. Ну, короче, я просто залез в интернет, нашел первый попавшийся стул, посмотрел его размеры и лавочку решил сделать по его подобию. Вот сейчас думаю Должно по поводу получиться крепления все-таки к получилось. стене. Ну, вагонка, понятное дело, она ничего не выдержит. У меня там стоят отметочки, где за вагонкой идут уже доски, тоже 150 на 50. Вот. Ну, может быть, скорее всего, сейчас даже сделаю какой-нибудь брусочек, потому что из-за спинки этого брусочка видно не будет. И тогда сам брусочек будет крепиться к вагонке, он же идет к этим лагам, а вот эта ножка будет уже крепиться сбоку к этому бруску. Да, наверное, так и сделаю. держаться. Ну, сейчас посмотрим. Следует традиции однофамильца покорителя Сибири. А погода сейчас у нас полная Стенка у задница. меня идет 2,70, поэтому я сделаю три ножки. Ножка будет у меня отходить от одной стены на 40 сантиметров, наверное. Не, на 35 сантиметров. И вот это на 35 сантиметров. И остается пополам метр. Вот так вот. Собирать эту красоту я буду оцинкованными саморезами. Поэтому, если кто-нибудь увидит это видео и захочет это повторить, совет от непрофессионала. Черные саморезы не используйте никогда. Шляпки у них ломаются, они ржавеют. Ну и потом, в моем случае, я буду все это дело покрывать лаком или бесцветным пенотексом. Черные саморезы, естественно, не перекроются. Вот. Получается вот такая вот довольно-таки хитрая, с одной стороны, но не хитрая конструкция. Крепится она у меня саморезами. Вот тут, вот тут. Вот тут, вот тут. Сейчас покажу. Значит, вот здесь два самореза. Здесь саморез я загнал наискосочек. Здесь вот два. Как видите, я специально оставил вот тут вот место. Получается, ножка теперь у меня оседает не на 5 сантиметров, а на 10. Что очень, собственно, круто. Вот так вот. Ну вот. Найдя на чердаке вот такой вот замечательный брусок 40 на 40, я решил применить его вот так. То есть я его закрепил саморезами, самыми большими, какие только есть. Они у меня прошли через вагонку прямо в брус. А с той стороны я их закрепил в бок, прямо вот к этой вот Все. охреновине. Приложил доски, наживил их, так как все равно их нужно будет еще снимать, чтобы потом покрасить сзади. Осталось только их отшлифовать рубаночком. И все. И можно будет покрывать лаком. Верстак мужественно отстоял всю ночь, но сегодня я решил сделать столик из оставшихся материалов. Столик для беседки. Приготовил вот доски. Сейчас они у меня сохнут на солнышке. Почему они сохнут? Да, все очень просто. Потому что у меня нету электролобзика, ну, электрорубанка. У меня есть вот такой вот замечательный инструмент. Такая вот шлифовочный круг на болгарку. Работает он шикарно, но только в том случае, если доски сухие. Если доски мокрые, он сразу же забивается. Вот там вот у меня еще доски остались. Вот. Значит, столик будет у меня высотой 75 сантиметров, шириной 75, потому что прекрасно 75. 15-сантиметровая доска, она отлично умножается на 5. Вот. Длиной, ну, наверное, 2 метра, потому что мои лавочки, здесь не видно ни хрена. Лавочки, кстати, тоже сохнут. Они у меня как раз позволяют, чтобы вот здесь вот посередине был у меня большой-большой стол. Так, ну вот я напилил, значит, ножки. Это хрень, которая будет опираться на пол. Так, значит, по 70 сантиметров сделал запил, но потом еще сделаю, все это отшлифую, чтобы было красиво. Столик, столище. Здесь он у меня наизнанку.
Так что не обращайте внимания, что такие доски немножко страшные. С обратной стороны намного ровнее. Плюс я еще их отшлифую. И будет все хорошо. Вот, значит, нарезал вот такие реечки. 50 на 50. Отступил 30 сантиметров с той и с другой стороны. Теперь в эти реечки я буду крепить ножки. Ну, вот так вот это потом в итоге будет выглядеть. Да, это, конечно, грубовато. Я бы даже сказал, немножко по-ушлёпски. Но это же уличный стол. Он большой, он тяжелый. Во-первых, его не упрут в одиночку точно. Потому что я, кстати, вообще не знаю, как я его сейчас буду переворачивать один и тащить в беседку. Но вот так вот это вот будет выглядеть. Здесь все зашлифуется, ножки придется выравнивать. Ну, вот так вот все это крепится на оцинкованных саморезах. И все это делается с задовой доски 150 на 50. Благо ее много. И получается, он мне вышел почти бесплатно. Ну, вот так вот все это дело и заканчивается. Я, конечно, естественно, к себе отношусь предвзято, потому что я делал все это своими руками, но, по-моему, это очень круто. Тем более это все делается один день, и тем более все это делается бесплатно, потому что все это из отходов и из-за обрезков.